Это вот Денис Евневич и Дан разговаривали с ним на эту тему. Ему там говорили: ой, да что там, выйдешь, покривляешься 2 часа и уйдешь домой полностью расслаблен. Угу. Ты, говорит, работаешь там на своем, там, болтик свой делаешь, говорит, с 9 там до 5. А я сижу, порепетировал, домой прихожу, сижу, думаю про эту роль, прихожу опять на репетицию, вечером иду на спектакль, и я круглосуточно в этом варюсь. Это правда. Я не знаю, вот часто задумываюсь, легкая ли профессия, вот по сравнению, там, не знаю, там, с дворниками те же или какими-то тяжелыми работами. Вроде бы по факту, если так посмотреть, да что тут? Ну, вышел ты на сцену, ну, походил, разговаривал, ну, поплакал, а... Ну, на самом деле, везде своя сложность. И у нас есть свои сложности, и у дворников есть свои сложности, и в каждой профессии есть. Простите, что я вспомнил об этом. Хоть там, простите. Там что, Раиса, я счастливчик. Впрочем, нет, я эгоист. Из-за меня не стоит проводить даже визит. Солнце на тебя попало. В «Касатку» я попала тоже случайно. Вот нас взяли в театр. Вячеслав Алексеевич такой еще был... Лето это было. Ну, все, будешь тут у меня касатку, в касатке играть, там, Раису, все, та-та-та-та. Говорю, ну, ладно, я уже так думаю. Летом читала пьесу, готовилась. Прихожу, они начинают репетировать, меня на репетицию не вызывают. Я говорю, Вячеслав Алексеевич, говорю, помните, вы говорили? Ой, я не знаю, у меня есть там, Катя Соловьев на тот момент уже репетировала Раису. Ну, вот. Я говорю, ну, Вячеслав Алексеевич, ну, давайте я попробую хотя бы, ну, посижу, похожу на репетиции. Ну, ладно, приходи. Ну, вот я пришла, и как-то оно все так вот вырулилось. Для меня вообще, ну, как бы это первый опыт работы вот именно в театре над ролью. Там Варшавскому пускали, но все равно Варшавская — это какой-то уже как бы был немножко готовый, разобранный, размятый материал. И мы все равно вдвоем там с Ленькой, мы в институте вместе были. А вот с «Касаткой» вот это вот, мне происходило вливание вот в это вот весь коллектив, вообще, в принципе, в атмосферу театра, как все это происходит. Нет, было интересно работать. Вот видите, вот цель проекта — хвостик. А, изумительно, хвостик. Ну да, но так называется. А. Для меня этот спектакль — это вот, это Вячеслав Алексеевич. Вот я, это вот у меня прямая ассоциация с ним. Да, буду вспоминать коллектив, буду вспоминать, как нам было там весело, когда мы там за кулисами друг на другом подшучиваем или еще что-то.